Небольшой комментарий хотел дать по поводу того, когда Никита рассказывал про Индию, связанную с тем, что преимущественно Индия сейчас по сравнению с тем же самым Китаем заключается, я тоже об этом говорил, просто для людей, кто не в клубе, то для них будет это полезно услышать. В Индии английский язык – это второй язык. Соответственно, вопрос обучаемости, вопрос креативности, вопрос критического мышления в Индии, в принципе, по ментальности людей, он, скажем так, более проще, что ли, чем в Китае. В Китае, соответственно, это иероглифы, это другая философия языковая. И, соответственно, из-за того, что количество иероглифов очень много, да, то дети там, получается, в период, когда формируется вот это вот критическое мышление, эмоциональный интеллект, они, по сути, просто тупо механически заучивают иероглифы, как их писать и что они обозначают. В индийской культуре, Индонезии, и сама вера, она такая, что там очень активно развивается творческое мышление, эмоциональный интеллект. У них, соответственно, присутствие Британии в качестве метрополии привело к тому, что английский язык второй язык, и поэтому тоже это одно из конкурентных преимуществ. То есть получается, что в Индии сейчас в настоящий момент есть некий такой запас прочности. То есть, во-первых, там действительно дешевая рабочая сила, во-вторых, они более обучаемые, они более творческие, очень много фармацевтических компаний уже имеют производство на территории Индии. Сейчас достаточно большой штат IT-специалистов, количество IT-специалистов, разработчиков в Индии тоже очень большое. То есть недавно тоже была проблема с установкой программного обеспечения на Apple. То есть я позвонил в службу поддержки, и я понимал, что я действительно разговаривал позвонив на российский номер, да, то есть я разговаривал с кем-то из индусов, да, ну, то есть по его произношению, как он произносил русский язык, в принципе, неплохо. Он меня понимал, я его понимал, но я понимал, что удаленный колл-центр тоже находится непосредственно там. Это вот тут те конкурентные преимущества, которые действительно в следующие 20-30 лет могут Индию вывести на первый план. Китай тоже очень близко, и опять-таки там есть уже собственный класс капиталистов, которые могут часть производства выносить в Индию. Ну, Индонезия, соответственно, в этом же ключе.